На балансе Кокшетау жилого 4765 объектов. Это около 1000 многоквартирных жилых домов и свыше 2500 домов частного сектора. На сегодня износ тепловых сетей составляет 50%. У нас высокий уровень износа основного оборудования. Уровень модернизации и развития предприятий отстает от темпов износа оборудования. Также в связи с особенностями формирования затрат, а также принятием политических решений, складывается дефицит у нас тарифного дохода. Все ГКП на ПХВ, осуществляющие деятельность с утвержденными тарифами, находятся в сложном положении. Еще одна из главных проблем волнующих тепловиков – дебиторская задолженность в размере 400 миллионов тенге. Из них 97 миллионов – оставшийся долг потребителей еще с прошлого года. 300 миллионов тенге – это задолженность данного отопительного сезона, текущая задолженность. Из них 80 миллионов – это задолженность потребителей физические лица, и 230 – это юридические и бюджетные организации. Что касается тарифов, в этом году с учетом объявленного моратория, значит, тариф для физических лиц не поднимался, он остался на уровне прошлого года, составляет 92 тенге. Для юридических лиц тариф поднялся у нас, получается, на 13% и для бюджетных организаций на 6%. Еще один барьер, из-за которого возникает проблема равномерного распределения тепла – бесхозные дома. В Кокшетау таких насчитывается 176. Тепловики не могут проводить в таких домах соответствующую подготовку к отопительному сезону. Это, как следствие, и становится причиной неполучения 100% требуемого тепла. Дарина Жунисбекова, Марат Ахмеджанов, Алмаз Адвокасов, Кокша, Парад.